Пришло время Марии и Иосифу сделать то, что написано в законе Моисеевом. То, что мама должна делать после рождения своего ребенка. Мария и Иосиф отнесли Иисуса в храм в Иерусалиме и представили его Господу. Так как в законе Господа говорилось, что каждый первенец-младенец принадлежит Господу. Также в законе говорилось, что родители должны принести жертву, например, пару голубей, что и сделали Мария с Иосифом. В это же время человек по имени Симеон жил в Иерусалиме. Симеон был хорошим человеком, он любил Бога и ждал, когда Бог спасет народ Израиля. Дух Божий сошел к нему и сказал ему, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Мария и Иосиф принесли Иисуса в храм, чтобы сделать то, что было положено по закону Моисееву. Дух Божий сказал Симеону идти в храм. Симеон взял младенца Иисуса на руки и прославил Господа Бога. «Я твой слуга, и теперь могу умереть с миром, потому что ты сдержал свое обещание, и я увидел Спасителя, который спасет свой народ. И другие народы также увидят, что твоя могущественная сила является светом для всех народов, и ты прославишь народ Израиля». Родители Иисуса были удивлены тем, что сказал Симеон. Затем он благословил их и обратился к Марии. «Мария, этот чудесный ребенок заставит многих в Израиле упасть, а других встать. Ребенок будет как предупредительный знак, и многие люди отвергнут его. А ты, Мария, будешь страдать так, если бы тебя пронзили кинжалом. И все, что будет происходить, покажет, кто есть кто на самом деле».